разомнемся и потом сделаем по 8 минут 4 серии. Две серии выходов оборон, потому что вчера там было примерно. Эта группа и Антон, ты играешь на эту группу, окей? Это называется тройка против вдвоем, окей? Вот девятка, если даже без броска. Все, вот здесь мяч прилетал, да? Куда садился? Смотри, где мяч достал. Просто на ногах стоял. Просто на ногах. Тогда все правильно, нету шансов нападающих. Нету. Хоть кто здесь был? Ибрагимович, Месси. Разницы нет. Еще два, да? Да. Не считается. Перебить судья дам. Вот видишь, да? Все равно не зашел. Задел же? Конечно. Чтобы здесь было. Правильная стойка. Смотрю на мяч. И все. Этого иногда хватает, чтобы... Потом говорят спасение. Ну, да, он во вратаря попал, потому что правильно все сделал. Все правильно. Пойдет, пойдет. Вот как штангу шел мяч. Сейчас далеко было, но было не так. У меня вот сейчас два раза в Краснодаре была ситуация. Сейчас? Да. Последний матч. Ну, я видел. И он когда выходил? Да. Получается, да. Руки были вверху. В первом тайме с углового класса он принимал. Да. То есть я просто вот так стоял. Я прям руки даже вот так сделал, потому что, ну, телом. Да. И мне как раз, у меня получается вот такое движение было, я чуть-чуть спанул. Правильно. Правильно. Хорошо. Посмотри, что сделал, да? Что сейчас сделал? Конечно, Минечка. Сделал еще шаг вперед. И все, уже не, у меня вообще шансов не осталось. Все. Здорово, здорово. Спасибо, что вам было. Ну как ты, настроение? Перестроился уже с клуба на сборную? Ну вот я в пути, да, перестроение, так можно сказать. Конечно, уже прилетел в Россию, и сразу же все по-другому. Поэтому сейчас вот будем уже важные матчи, будем настраиваться, будем концентрироваться, и надо проделать хорошую работу, да. Скажи честно, узнавал у ребят, как здесь сборная, какие изменения? Не узнавал, ни с кем вообще не общался, не переписывался, в покое всех оставил. И меня вот сейчас в процессе вот всего будем, как бы, и там ребята новенькие есть, поэтому познакомимся. Вот все новенькое такое, интересное. Вчера ты вышел на замену, не увидел в этой замене символизм, нет? А, в плане? Ты заменил пошалить. Да, я ему сказал вчера в раздевалке уже, давай, мы так даже не попрощались, типа сказал, увидимся, давай скоро. Поэтому как-то мысли были точно о другом. Ух ты! Сняли? Ничего себе! Ради этого стоило серию такую. Какой ты молодец, а? Да. Это я понимаю. Да. Умничка. Надо эти движения, непонятно. Нет, здесь, самое простое здесь, смотри, вот ты стоишь, шаг-бросок. Да. Все остальное уже лишнее мешает. Самое сложное. Только шаг и бросок, шаг и бросок, шаг и бросок. И прыгаешь, 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 шаг-бросок, шаг-бросок, шаг-бросок. Ты номер один тут, да? Сразу надел. Номер семь вообще-то. Я поклонник Сердара Азмуна. А. Ну,
пока еще трансфер не закончился, я еще пока его поклонник. Сейчас, как только закончится, он останется. Понятно. Я пересмотрю. Лех, да ладно. Блин, ты приехал? Да. Да ладно. Да. Здорово. Здрасте. Здрасте. Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну как эмоции у всех ребят? Скучился? Да, новые какие-то эмоции. До этого не ощущал. Спрашивал уже про отличия там какие сборные, может быть, нет? Или я со мной общался? Здорово. Ай, мне нужно. Приветствую. Так, нормально. Да, а Монако? Сейчас, прям секунду. Виталий Витальевич. Привет. Приветствую. Спасибо. Как? Спасибо. Все хорошо, все отлично. Вы как? Мы ждем тебя, как будешь готов, сегодня начинаем. Все, она уже не ждет меня? Нет, ужин. После ужина тебя. Все, хорошо. Хорошо. Последний вопрос. Следишь за новостями из России? Кто сейчас на первом месте еще из России? Кто, Зенит? Да? Ну, там ничего не меняется. Угу. Ну все, готов, значит, да? Конечно, как Гагарин, Титов. Отлично, давай. Давай. Приездом. Спасибо, Вань. Спасибо. Муха! Здорово. Здорово. Все, извиняюсь. Вот он, вот он. Миша, давай. Мишаня, давай прыгай. Молодцы, молодцы.